Re, viss ēters ir te. Новым председателем Верховного суда стал Айгар Стропиш. Его кандидатуру утвердил Сейм подавляющим большинством голосов. За него проголосовал 91 парламентарий. Стропиш вступит в должность 16 июня, то есть через день, после того, как истекают полномочия действующего председателя Верховного суда Ивара Бичковича. Его преемник Айгар Стропиш имеет обширный опыт работы в академической сфере. В течение многих лет работает в Верховном суде, специализируясь в области коммерческого права. Также у него имеется опыт работы в Совете по юстиции. Первое направление, в котором я вижу свою деятельность в качестве председателя Верховного суда, это улучшение качества вынесения судебных приговоров. Речь не только о Верховном суде, речь о всех трех судебных уровнях. Второе направление – укрепление независимости судебной и исполнительной власти.